Замена стартера Toyota Camry. С помощью ключика на 10 мм откручиваем минусовую клемму аккумулятора. Далее снимаем пластиковый кожух. Чтобы отстегнуть клипсу, на нее нужно просто нажать. Далее по такому принципу снимаем 6 остальных. Далее снимаю воздушный короб с фильтром. Для этого нам нужно снять шланг и с помощью головочки на 10 открутить хомут. Далее головочкой на 10 откручиваем крепежные болты, которые удерживают снизу короб. Далее отключаем датчик. Далее отщелкиваем зажимы и снимаем вакуумные шланги. И после этого снимаем верхнюю часть короба и сам фильтрующий элемент. Нижняя часть короба вытягивается движением вверх. Далее с помощью ключика на 12 откручиваем плюсовой провод, который идет к втягивающему. После этого отстегиваем клемму питания. Далее с помощью головочки на 14 откручиваем два крепежных винта, которые держат стартер. Теперь движением в сторону можно вытянуть его и установить также легко обратно новый, закрутив на два крепежных болта. Далее прищелкиваем разъем питания. Далее надеваем и прикручиваем плюсовой провод и собираем все в обратной последовательности. Ставим лайк и подписываемся на мой канал. У меня много полезного про Toyota Camry.